У детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, наступил теплый день. Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят и вручили заветные подарки. Мечты юных муравленковцев исполнили неравнодушные жители города в рамках благотворительной акции. Тему продолжит Алена Гафарова. В рамках предновогодней благотворительной акции «Теплый день» в этом году от юных муравленковцев поступило 53 письма главному волшебнику страны. Мечты детей исполняются под Новый год. Сюрпризом для малышей стало появление сказочных персонажей на пороге дома. Желанные подарки вручили каждому. 5-летняя Настя мечтала о коляске для куклы. Ко встрече с Дедом Морозом она долго готовилась и даже выучила стих. «Пляшут девочки-снежинки, как прекрасные пушинки». В центре зала стоит елка, распушила все иголки. Очень благодарна, что вы такие делаете, деткам радость приносите. Они очень ждут, очень довольны. Акция «Теплый день» стартовала на Ямале в начале декабря. В предновогодний месяц мечты юных муравленковцев исполняли более 14 организаций, предприятий и просто неравнодушных людей. 8-летний Елизар попросил у Мороза телефон. Кто-то из благотворителей исполнил и его заветное желание. Всего самого хорошего. Будь умницей. Ты огромный молодец. С праздником тебе. Спасибо. Пятерочку Деду Морозу отобьешь? Молодец. Мы очень счастливы, что именно нам выпала такая честь, если так можно сказать, дарить детишкам праздник, дарить детишкам радость. Встречают очень хорошо. Дети счастливые, прыгают, радуются. Смеются, родители тоже. Мне кажется, родители даже немножко в некоторых моментах больше радуются, чем дети. Поэтому радость приносит нам счастье и им счастье. Подарки ребята загадывают разные. Кто-то мечтает о современном гаджете, другие нуждаются в одежде, обуви, игрушках. Скромные пожелания ребят благотворители постарались дополнить приятными мелочами, чтобы каждый малыш поверил в настоящее новогоднее чудо. Я благодарна организаторам акции за помощь родителям в исполнении мечты детей. Благотворительная акция «Теплый день» проходит в округе уже в 7-й раз. Мероприятие реализует молодежное правительство Ямала совместно с молодежными советами муниципалитетов. За 6 лет подарки от неравнодушных ямальцев получили более 4000 детей и взрослых. Алена Гафарова, Антон Иванов, Новости Муравленко.